Башкортостане планирует заменить 15 стел на въездах в районы и города. Об этом на оперативном совещании сообщил вице-премьер Алан Марзаев. Сразу три объекта требуют замены в Хайбулинском районе, по два в Янаульском, Волтачевском, Белорецком и Дюртюлинском. Ориентировочная стоимость замены каждой варьируется от 500 тысяч рублей до 3 миллионов. В настоящее время источники финансирования не определены. Хочу пояснить, Раид Фаридович, стелы не являются техническими средствами организации дорожного движения, поэтому в рамках территориального заказа мы их восстанавливать не можем, дабы это будет нецелевое расходование денежных средств. В настоящее время прорабатывается вопрос по источникам финансирования. Глава республики поручил местным властям профинансировать работы за счет муниципалитета и привести стелы в порядок до середины сентября. Вообще, это работа муниципалитетов, конечно. Это неправильно, что вот мы сейчас сидим здесь, в республике, уважаемый глава муниципалитета, ваши стелы обсуждаем. Это что, трудно, что ли, выйти? Даже вот, значит, Белебеевский район, Приютово, это новая стела была. Давайте, заканчивайте. 500 тысяч, что, не может район найти, что ли, сделать? Это что, на каждый пустяк и на каждый чих мне нужно там, значит, здесь ковыряться в бюджет и искать вам вещи? Всего в республике установлены 250 стел на въездах в города и районы. 226 из них привели в порядок за счет средств местных жителей.